КФУ начал работу международный научный форум, посвященный 75-летию со дня открытия Евгением Завойским в Казанском университете явления электронного парамагнитного резонанса. Я считаю, что эта конференция, которая проводится в Казани ежегодно, она является самой мощной из ЭПР-конференций, проводимых в мире. В форуме примут участие более 150 человек. Это ведущие российские и зарубежные ученые-специалисты в области теории применения магнитного резонанса, а также студенты и аспиранты. Я очень рад, что сегодня я приехал на конференцию в Казань. Очень красивый университет. Я действительно доволен, как все тут сделано. И нам рассказывали про историю ЭПР и, в принципе, организация на очень хорошем уровне. Программа форума насыщена мероприятиями. Его участники смогут обсудить как актуальные фундаментальные вопросы, так и новые прикладные направления развития этого метода исследования. Конференция будет очень насыщенной. Она будет протекать параллельно по двум секциям. Будут пленарные доклады, но кроме того, будут пленарные секционные доклады и большое количество устных сообщений, а также постерная сессия. Работа форума продлится до 27 сентября. Валерия Мратова, Виолетта Басова, Универньюз.